Анатолий Павлович был удивительным человеком, у него непростая, интересная судьба. Всю свою жизнь он посвятил образованию и исторической науке. Анатолий Павлович, сегодня пришли проводить ученики бывшие, сколько здесь собралось, учителя, родные, близкие, друзья. Анатолий Павлович непростой человек и необычный учитель. Он почетный гражданин нашего старого оскола. Он заслуженный человек перед нашим городом и не только перед нашим городом. Сколько воспитано им истинных патриотов среди взрослых и детей. Был страстным рыбаком. Он так любил рыбалку. Если мы с ним ехали на рыбалку, мы без рыбы никогда не оставали. Причем сам кушать рыбу не любил. Вы знаете, я Анатолия Павловича знаю давно, конечно, с тех пор, как он пришел к нам в музей, достаточно близко. Мы сидели с ним в одном кабинете, были коллегами и не раз преломили хлеб-соль, что называется. Вот, он был человеком, который нашел общий язык буквально с каждым из коллектива музея. Для меня лично он был советником, другом, наверное, другом прежде всего. Мы все с нетерпением ждали его книгу «Оскольский край». Эта книга состоялась, судьба у нее очень даже непростая. Мы помним, что, значит, она набиралась в Болгарии, вот даже печаталась в Курске, но все же вышла, и она стала очень фундаментальным трудом, который вдохновил многих исследователей профессиональных, ну и, естественно же, краеведов. Так что вклад Анатолия Павловича Никулова в историческую науку, в краеведение, он очень огромный просто вклад. Он глыба был. И когда меня с ним свели и познакомили, и он меня заставил, не как я раньше думал, писать о своем роде, о Манаковцев, как ходил по селу, с бабками, с дедами разговаривал туда-сюда. А он говорит, надо, Ванька, архивно заниматься. И он меня заставил в архивы влезть. И после этого я одну книгу выпустил, вторую, и вот сейчас третью. И мы с ним встречались раз в пять и по телефону разговаривали. Он меня консультировал. Ну и что он сделал для Белгородчины, для Оскольского края, для Курской губернии, для России. Ну, я думаю, это глыба, а не человек. Самое главное, все знания и тот
Ильича носит с собой, он оставляет нам как завещание ныне живущим, чтобы помнить.